Мамы завязывают шнурки, папы помогают надеть экипировку. С этого и начинается тренировка у хоккеистов в школе «Торпедо». Это группа 2015 года, самые юные представители клуба. Моя мечта была, чтобы я хотела, чтобы я научился кататься на коньках. Угу. И вот я очень хотела еще поступить в хоккей. Пан Жерлевич сказал, что кто-то будет сражаться, ну вот Орлов и еще кто-то. Ну, или борьба будет, не знаю. Или тренировка обычная. Пока что все выглядит как обычная тренировка, подготовка, но впереди юных спортсменов ожидает приятная встреча. В гости к Зюшор на целый день приехали хоккеисты «Торпедо», чтобы провести для них мастер-классы. Детей, как обычно, разделили на несколько сменяемых групп. Для 2015 года в роли тренеров участвуют Андрей Белевич и Михаил Орлов. Это здорово, масса приятных впечатлений. Пацаны, я думаю, тоже только положительные эмоции получают. В основном, кстати, про себя спрашивают, кто из них лучше делает, там, интересуются, кто все-таки у них там лучше. Упражнения для маленьких хоккеистов в основном идут на развитие катания и работе с шайбой. Сейчас им нужно усвоить базовые навыки, чтобы приступать к новым занятиям. Тут своими советами и помогают спортсмены из команды мастеров. Не обошлось и без юмора. Сейчас мне понравился один вопрос. Мальчик ко мне подошел, говорит, а как вы с китайцами общаетесь? Я говорю, на жестах. Они говорят, ну, я потом говорю, а с ними надо общаться как-то? Ну да, ну вы же должны как-то общаться, там уже играют дети, побегают. Совместная тренировка с профессиональными хоккеистами, конечно же, принесет свои плоды в будущем. Дети довольны, тренировка проходит в своем ритме, но с улыбками, вопросительными взглядами в сторону игроков «Торпедо» и, конечно же, с небольшими соревнованиями, кто лучше выполнит упражнение. Клево было много упражнений и занятий. Она клевая, крутая, мне она очень сильно нравится. Наша съемочная группа побывала только на тренировке хоккеистов 2015 года рождения. К следующим группам также в гости пришли игроки «Торпедо» Иван Чехович и Кирилл Ураков. В клубе планируют и дальше проводить такие встречи игроков с юными хоккеистами. Служба информации, Артемий Катков и Алексей Калякин.